Е4 что-то против меня особо не играют. Я заметил. Это вообще пассивная расстановка. Ну давайте Е5 я сыграю. Он будет подрывать, типа, да? Можно Е4 там. Так, ну давайте Е4 я сыграю вообще. Буду не обращать внимания. И А4 буду подрывать. Так, слон D7, наверное. На атаку немножко хочу сыграть. Ну, правда, немножко пассивно, конечно, все стоит. Надо какой-то такой ход делать. Что надо было так сыграть, кстати. Да, наверное, ферзь D1. Ферзь DB8 был неплохой ресурс. Давайте сейчас ферзь B8. Будет защищать, да. А, тогда сюда. Напал на мат. Как бы сюда грозит. Должен играть G3. И у меня будет перевод коня на центральную клеточку. Или сразу сыграть H5, может быть. Давайте сразу H5, H4 попробуем. Что-то я сегодня настроен атаковать. Так, давайте, пошли. Это вообще не обращаю внимания. Ну, сыграл он так. Ну, я, допустим, отошел сюда. Теперь у меня появляется идея так вот вскрывать игру. Где там? Такая идея есть, переводить сюда ферзя и мутовать. Стройные пешки такой большой силы, наверное, не имеет все-таки. Он предлагает меняться. Так, ладно, ферзя сюда перекидываю. Сейчас-то мы до него доберемся, ребят. Куда он хочет? Он хочет шах, что ли, мне объявить? Что мне это даст? Ну, давай съем. Съел, съел, да? Могу просто сюда побить. Ладьей, например. Как он защищает на G3? Ну-ка. Подожди, а сюда? Сюда он так защищает, да? Он тогда сюда. Хочу сюда теперь зайти. Как-то его король в очень опасном положении. Но в очень опасном. Шах, да? Ну ладно, шах отошел. Так, шах на Е6 я забил. Ну давай, шах отошел, да. Не вижу никаких угроз. По-моему, удалось замотовать. Ну шах, хорошо, давайте съем. Это он уже какой-то обез... А, типа вот, вот в этом была идея. А, ну ладно, давай закроюсь. Типа он может съесть ладью. Ой, ну это перебор. Нет, нет, с такой не пройдет.